Я всех приветствую. Заказал тут клипсы для пакетов с Китая. Я сам давно пользуюсь вот такими вот клипсами из магазина IKEA. Они сделаны из хорошего качественного пластика, приятного. Долго служат. И вот давайте их сравним, посмотрим, что здесь да как. Ну и примеры работы. Не открываются перчатки. Ну и примеры работы вам тоже покажу. Ну, стандартная закрывашка от пакетов с хлебом, ну, которые хлеб закрывают, по умолчанию идут. Вот, и ими такой пакет уже не закрыть. Сюда уже на помощь должны приходить вот такие вот клипсы. Так, еще примеры. Конечно, вот этим вполне удобно. Большой разрез, взял, закрыл. Если разрез какой-то маленький или есть возможность закатать хорошенько, то подойдет и обычная прищепка, не обязательно что-то подобное. Также есть и вот такие вот обычные зажимы канцелярские, ими можно зажимать. Они бывают и очень большого размера. Вот, например, подобные здоровенные, я их использую, чтобы какие-то изделия из кожи склеивать и так далее. Как вариант. Какие-то пакеты с землей на балконе. Вот у меня под ванной стиральный порошок, тоже закрыт на такую клипсу, лежит в тазике, ну это открытый пакет. Вот здесь вот чайная полка, смотрите, такой вот пакетик с чаем мате или мате закрыт на обычную канцелярскую прижимную прищепочку. Здесь просто на прищепку бельевую, а вот этот, например, пакетик закрыт на малую клипсу. Так что по-разному. Вот такие вот пакеты удобнее пережать клипсой, а вот такие вот пакеты, ну, большую клипсу тратить на них нецелесообразно, поэтому, ну, как-то ее вот так вот поджимать этой большой клипсой, мне кажется, глупо. Поэтому вот идеальный вариант вот для подобной закручивающейся. Также вот здесь вот прям в хлебнице вот тут вот лежат эти защелки на всякий случай, но, ну, я в основном защелкиваю на стандартную вот эту штуку, конечно, она плохо защелкивает и все равно воздух проникает. Может быть, если у кого-то там дома какие-нибудь насекомые или еще что-то, хочет, чтобы по-герметичному пакет закрывался, то лучше вот не на эту фигню закрывать, потому что это просто неудобно, а брать вот такую вот клипсу и закрывать на нее. Ну, я как-то в основном пакеты с хлебом закрываю на эту же фигню. Просто лень, потому что использовать клипсу. Ну, на клипсу надежнее. Хотя вот эти пакеты, ну да, как его сделать герметичным? Все равно на нем есть какие-то микродырочки, вот, где-то он может порваться. Поэтому это не самое такое вот решение надежное. Вот открываю ящик стола, тоже здесь валяются такие вот клипсы, несколько штук, на всякий случай икеевские. Да, клипсы эти со временем растягиваются, то есть вот после использования они становятся, ну, они же пластиковые, они вот такие вот становятся. То есть это уже подойдет только для каких-то толстых пакетов, хотя можно ее приоткрыть. Вот так вот как-то ее помять, закрыть, но все равно она уже такая расхлябанная. То есть она уже именно для толстых-толстых пакетов. Давайте посмотрим. Вот так вот приезжают эти штуки из Китая. Никакой заводской упаковки, ничего подобного. Одни продаются комплектами по 10 штук. 10 штук коротких купил, 10 штук длинных у одного продавца в одном лоте выбрал. То есть такой и такой. И мне прислали в одной пачке их. Так, клипсы из Китая у нас весят 5,8 грамма, а клипсы из IKEA точно такая же по фактуре 9 грамм. Нифига себе разница. 9 грамм, 5,7, 5,8. Ха. То есть пластика пожалели китайцы. Что насчет мелких клипс? Мелкие клипсы, они вообще разные по типажу, поэтому я думаю, это не так показательно будет. 2,8 китайская клипса. И 3,8 клипсы из IKEA, тоже мелкого размера. Но они разные. Они все-таки разные. А большие клипсы 2,8 против 3,8. А большую клипсу они прям один в один слезали. Общая длина большой 112, 93. То есть вот здесь вот что будет? 93. Ширину 14 мм. Что по малой? 71 на 14. Здесь 5 сантиметров. Давайте я еще покажу вблизи малую. Не показывал нормально. Так вот это выглядит. Да, камера, конечно, на таком цвете плохо фокусируется, но все же, посмотрите, у малой здесь сильно, не сильно выступает вот эта вот часть, которая заходит между вот этими двумя. Могли бы и побольше сделать. Ну и давайте смотреть. Давайте возьмем синего цвета и сравним с икеевской клипсой.
по длине уже есть разница. То есть икеевские клипсы, они тоже продаются и короткие, и длинные. По длине разница есть. По исполнению тоже разница есть. Смотрите, здесь двух сторон спаяно. Здесь спаяно полностью. По удобству хватания за загиб икеевский выигрывает. По удобству защелкивания тоже икеевский выигрывает. Блин, ну это жесткое такое изделие из пластика. Да. Наверное, не стоит заказывать это с AliExpress. Если только у вас нет магазина IKEA рядом. Здесь то же самое. Нет, смотрите, здесь пропаяно хорошо, вот здесь вот сзади. Видимо, та первая, которую я показал, была бракованная. Никаких надписей на них нету. Да. Большими то же самое. А, большие уже больше похожи на клипсы от IKEA. То есть они прямо такие, как четкие копии, в отличие от мелких. Посмотрите-ка, да, прям, блин, один в один. Только здесь пластик не такой качественный, матовый. И, кстати, клипсы от IKEA, они стоят не так уж и дорого. Они стоят, не знаю, рублей 150 за пачку. Но я думаю, в раза в 2,5-3 дороже, чем клипсы из Китая. Но они реально лучше. Вот красная клипса из IKEA, зеленая клипса из Китая. Так, что по вот этому? Посмотрите на исполнение вот этого запорного механизма. Здесь он такой, специально сделан, закругленный, чтобы лучше вставал. Здесь он такой квадратный. Блин, камера офигевает от этой контрастности. Может, возьмем какой-нибудь цвет другой, более подходящий. Ну да. В принципе, не сказать, что на Китае страшно хуже. Так, здесь полоска есть. Здесь полоска есть. Ну давайте проведем испытание сейчас. Вот давайте поглумимся как раз на той, у которой брак литья вот здесь вот. Слушайте, ну достаточно крепко. Пока не развалилось. Я говорю, сейчас на улице где-то от минус 5 до минус 10. Смотрите, сколько выдержало. Все еще не развалилось и все еще прочно. Я сейчас тяну очень так конкретно. Хороший запас у нее. Сгибание, разгибание. Нормально, нормально. Реально нормально. Я ожидал гораздо худшего. Ну, сейчас я могу это порвать, если вот такое сделаю скручивающееся движение. Но неплохо. Неплохо. Не буду даже доламывать. Давайте проверим длинную. Длинную вот такую вот из Китая. Тоже буду такие немного скручивающие движения добавлять. Удивительно, но... Но несмотря на очень убогий вот здесь вот пластик, какой-то такой полупрозрачный, все нормально. Все нормально. Вот на таком вот пакете, что икеевское, что китайское, буду держать прочно, потому что полиэтилена здесь много, мяса много, зажимает оно достаточно плотно. Вот за счет того, что вот это входит сюда и перегибает это все, ну, зажимает плотненько. Так что это не проблема. Конечно, видно, что оно так... вздыбается при попытке защелкнуть. Ну, понятно. Давайте посмотрим, разница есть какая-нибудь. Да нет, точно так же. Особой разницы нету. Держит, конечно. Полиэтиленовый пакетик с эклерами. И давайте вот так вот защелкнем. Держит, не держит. Держит нормально. Естественно, я могу такое как подтягивать и вытягивать. Но держит хорошо. Эти клипсы большие, в принципе, окей, китайские. Но это надо иметь в виду, что это китайская клипса, она новая. И киевская держит точно так же. Могу вот так вот вытягивать кусочками, если очень постараюсь. И с китайской я тоже могу вот так кусочками вытягивать. Но это она новая, то есть она никак не продавлена, она никак не скрючена. Все. Компактная китайская клипса. Как раз для таких пакетов она предназначена. Очень неудобно закрывать. Плохая закрывашка здесь, ужасная. Вот она вот так вот выглядит. Пытаемся вытянуть. Вытягивается мега легко. Такое ощущение, что я даже не закрыл. Офигеть. Ну нет, я закрыл. Ладно, еще раз пробуем. Попробуем вот так вот сформировать пучок. Пучок должен больше сопротивления давать. Нет. Так, вот мелкая икеевская клипса. Я думаю, она держать должна хорошо. Она же сделана по прототипу тех больших клипс.
тоже я могу вытянуть, но гораздо более серьезные усилия я должен прилагать. Да, могу вытянуть тоже. Но прям такое очень серьезное усилие прилагаю. На грани разрыва пакета. Поэтому мелкие китайские клипсы точно брать не стоит. Большие пойдут. Ну разве так, ну, так можно? То есть она новая, она плотная. Она просто не держит, потому что сделана не очень. Вот этот перегиб должен быть больше, вот эта выступающая часть, которая заходит между этими двумя. Она должна быть больше. Выводы по данным изделиям икеевские хороши. Если у вас нету рядом с домом Икея, может посмотреть какой-то другой магазин для дома и для интерьера, где производят уже качественные клипсы. Потому что если пользоваться каждый день вот этими вот китайскими дешевыми, ну блин, они и кривые, и косые, ужасно сделанные, не самые удобные. Лучше чуть-чуть переплатить и взять хорошие, хорошего цвета, допустим. То есть вот цвет хороший, благородный, красный. Вот у мелких тоже такой зеленый, у икеевских. Вот такой вот, это же тоже икеевское, да. Классный цвет. Вот у этих вырвиглазные цвета совершенно стрёмные, какие-то жесткие. Вот, поэтому лучше, наверное, брать фирменные. Хотя, если пользоваться редко, защелкнуть там и месяц не доставать, да пофиг, лучше взять самые дешевые. Или вообще закрутить на медную проволочку пакет. Или прищепкой белевой за 5 рублей. Все, благодарю всех за просмотр. Ссылочки, доп. Информация в описании. Вот такие вот клипсочки. Все, всем пока.